Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Так, ну что, давай сегодня возьмем с тобой 10 ранг и задания глянем, какие у нас тут. Так, выиграйте игру безумным зомби-героем. Так, разместите 5 растений на линиях. О, 5 растений на линиях, это как раз для меня. Ну что, поехали. 10 ранг, в принципе, взять его довольно легко. Опачки, вон стоп. One stop. Ладно, давай. Это у нас супермозг, собственно, персоны. Так, вот это уберем. Это уберем. Это уберем пока. Так, у нас это колода на орехах. Насколько я помню, на бабах, на орехах. Вот такая вот штука. С усилениями. Да, получается. Окей. Ну что, давай потихонечку будем, наверное, выставлять уже по чуть-чуть. Что у него есть, я не знаю. Что он тут сделает? Такой с фингалом мне нравится, да? Это, как ее назвать-то? Арахис с фингалом. Или кто-то у нас? Горошина боксер. Ну разве это горошина, ребят? Хм. Так. А что он задумал? Я даже не знаю, что он задумал, но что-то задумал. Ага, размещает зомби-астронавта. И усиливает его, да, или как? Нет? Допустим. Вот так вот, да, значит? Давай вот так вот сделаем. Кто же там у тебя? Ага, с прочерком. Вот так вот он решил. Так, мы прокачиваемся дальше. На-ка. Неплохо. Хм. Ну, давай я сделаю вот так вот. Рикошет растения. Допустим. Плевочек, правильно. Хэпчу. Ну и кого ты поставишь? Так, 2, 4, 6, да, получается? Ну, у нас тоже есть рикошет, так что пускай даже не мечтает, если кого-то выставит, мы тоже его сможем убрать. Хм. Ну, давай я так сделаю. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И вот так вот. Размещает зомби-астронавта. И как ты будешь его усиливать? Бонусную атаку делать? Сколько у тебя этих бонусных атак? Опа! На-ка! Шик и блеск. Грибочек. Давай-ка я его поставлю, наверное, да? И наносим бонусную атаку. На тебе. Опа. Так, прокачиваемся, плюс в лицо 3, да? Опачки. Вытягивает 2 карты, сейчас опять в лицо получит. Глупость, глупость делает. Заморозка. Сейчас еще в лицо 3 получит. Ну и в принципе ему крышка, ребят. Все. Он понял, что это полный трэш. Ну, а наша зеленая тень, как ты видишь, очень даже неплохо здесь справилась.
Так, а мы не поставили с тобой, да, 5 растений по линиям. Поэтому дополнительную награду нам и не дают. Ну что, попробуем еще. Разгром 14 уровня. Против меня, против зеленой тени, маленькой, слабенькой 8 уровня. Слушай. Вопрос очень интересный. Ну давай я вот так попробую. Ага. Козлик. Козлик. Мы сделаем вот так вот. Валун есть у него, интересно, или нет? Наверное, есть. А может быть, нету. Тратит вот. Ладно. Дело, конечно, его. Упс, мне пока поставить нечего, друзья. Призрак. Я вот так вот сделаю. А я вот так вот сделаю. Угу. Хорошо. Еще вытворяет. Погнали. Начнем потихонечку. Так, 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 так. Уберем отсюда вот эту гадость. Допустим. Блин, если у него есть шар, он сейчас будет тратить шар, да? Хм, а что нам тогда сделать-то лучше? 1 и 2. Или все-таки тратить? Но это получается 1 и 2, 4 получается. Все равно валуном может размазать. Прикрываться фасолькой вот здесь вот. А вдруг у него баллончик есть? Че, он решил уйти, что ли? Странный малый. Я бы лично подрался бы еще. Тут еще не ясно, кто кого бы завалил. Но раз ты ушел, грубо говоря, он подарил нам победу. Ладно, 15 кристаллов получаем, и мы двигаемся тогда дальше. Я не знаю, может быть, он испугался этого огурца космического. Все равно как-то немножко странно. Ну, сдался и сдался, ладно, фиг с ним. Так, давай дальше смотреть. Опять разгром, ребята, опять этот разгром. Да. Не очень, конечно, хорошо. Есть первый ход, опять же, если у него, друзья мои, есть этот. Йоу, то нам карантарики будут. Сейчас посмотрим зато на валун. Ты серьезно? У тебя нет валуна? У него нет валуна. Но зато есть привидение. Угу, На тебе. Погнали. Так, у него сейчас защита же сработает, по идее, да? Да, сработает. И кому достанется? Никому. Ага, вот так вот решил сделать, да, значит? Заморозим. Так, и посмотрим, кто у него здесь. Опачки, ты глянь-ка. Кто у него тут? Ореховый убийца. То есть он может любого здесь уничтожить, да? Но он делает вот так вот.
На тебе. Да, привидение у него, ребят, конечно, достается. Этот сдулся. Сейчас призрака поставят, наверное, скорее всего, сюда. Вот так он решил сделать. Хм. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. На всякий случай. И вот так. Интересно, есть у него валун или нету? Он делает защиту. Так, давай. Угу. Ну, этого призрака можно убрать. Или что нам тут можно сделать? Да дофига чего можно сделать, если честно. Меня сейчас интересует, что он будет вот тут вот вытворять. Мяту еще можно влепить. Чего, хил? Ну, тут, наверное, нам сделать надо будет. Вот так. И вот так. Погнали. Так, пробили. Отличная карта. Так, этот у нас получает 24, да, сейчас? Я знаю, кстати, что у него есть наверняка заклинашка, которая уничтожает от 5 и выше. По-моему, у разгрома есть, или я вот что-то путаю уже. А зачем ты ее сюда поставил? Хочешь прокачать вот эту, что ли? Ты гляди-ка, а? Если вот так сделаю. Слушай, у него же может быть заклинание, да? Нет у него никакого заклинания, друзья мои. Вытягиваем карту. О, еще один огурчик. Итого у нас 14-10 получается по атаке. Давай сделай вот так. И вот так. Уничтожает растение. Ну что, ребята, готовы? На, блин. Ну чё ж вы так, а? Хилочку взяли. На тебе, на. И опять у него идет к защите все, а? Ну что ты будешь делать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тише, браток. Что нам тут сделать? Давай сделаем, наверное, вот так. И... понятно. Не успел, ребята, я воспользоваться. А хотел прописать ему, а? Выполнили мы это задание с тобой. Что у нас там дальше? Подожди, задание, блин, ну ё-моё. Какие там еще задания у нас есть? Выиграйте игру... взрывоцветным растением-героем? Взрывоцветным растением-героем. Взрывоцветной — это кто у нас может быть? Взрывоцветной растением-героем. Может быть, бабах у нас идет как взрывоцветной? Я не знаю, ребята, возможно. Но почему цветной? Взрыва-то еще ладно, но почему цветной, не знаю, ребят. Сейчас будем смотреть, выиграем мы или нет. Оу-оу-оу, сколько вас тут много-то. Такс. Это у меня что, бабах на орехах получается, да? Да, получается именно так.
Угу, могилоед еще есть у нас. Ну, давай я так сделаю. Начнем с ореха в доспехах. Интересно. И что делает? Так, дает нам два, да? Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай так вот сделаем. И вот так еще. Ой-ой-ой-ой-ой, напугал. Напугал прям, просто это, смотри. Ну и что, все? Даже вот так вот. Так, давай кактусенок. Угу. Да ладно. А я вот так вот сделаю. Погнали. Так, сейчас начнем наносить ему урона тут. Давай, давай, давай. Так, это 8 хп. Замечательно. Вот у нас кто выпал. Яйцо достает тут свое никчемное, никудышное. Хорошо, сделаем с тобой. Погоди секундочку. Ну да. Можно, в принципе, и так сделать. Кто же там у тебя появится? Ох ты. Но на заклинание он не работает, он работает только на призыв. Так что, друзья мои, сейчас посмотрим. Уничтожает зомби. Че, кабачок или этот? Да, хорошо. Эх, жалко, сейчас у него защита сработает. Очень жаль. И наносит 3 единицы урона. И это все? Такс. Угу. Угу. Погнали. Делаем так. И вот так. Что он там сейчас придумает, я не знаю. Будет, может быть, кого-то сюда поставить. Наносит 4 единицы урона. Как скажешь. Погнали. Защита. Пум-пум-пум-пум. Пока ставим. На тебе. Ты видишь, да? Тренера позвал. Он, друзья мои, позвал тренера. Давай я сделаю, наверное, вот так вот. Да и все, пока. Прокачивает. 6-3. Ну, 6-3, так 6-3, как скажешь. Прокачиваешь, да, их? Какой ты молодец. Так, ну что, сделаем с тобой вот так вот. Бумс. И, наверное, вот так вот. Оптимально, да? Стираем его с лица земли. 2 в лицо, ну тут у нас защита. Пузырик, отлично. Ну и кто же там у тебя? Никого нету, да ладно, быть такого не может. А если я вот так сделаю? Оп. Да не буду я пока ничего тут тратить. Зомби здесь получает плюс 2. Окей. Плюс 2, так плюс 2. Крышка тебе. Так, надеюсь, это взрывной цветок был. Ну, растение.
Так, а мы с тобой, кстати, переходим на 10 ранг. Повышение. Соточка. Да, это был у нас взрывоцветным Арсением-героем. Выиграйте игру безумным зомби-героем. А безумный зомби-герой — это кто у нас? Безумный. Безумный. Слушай, мне кажется, профессор вот этот вот, наверное, безумный. Арена. Прям называется арена. Ну-ка, давай попробуем. Стоп. Арена. Может быть, что-то здесь можно добавить? Так, изменить. Так, слушай-ка, а мы... Может быть, нам взять еще одного такого, а? Вместо вот этой вот дребудени. Как ты считаешь? Посмотрим. Я не знаю, безумный это, не безумный. Ну, играем по фану, так что все будет видно. И, кстати, против кого мы сейчас будем с тобой воевать? Блин, неужели за зомби так тяжело найти кого-то, а? Ты посмотри. Нашли. Ох ты, 20 ранг. Вы серьезно? Тем более это вспышка на солнце. Блин, я не умею играть этим профессором, если честно. Вот сразу тебе говорю, не умею я играть за него. Так что не обессудьте, если что-то пойдет не так. Возможно, буду фейлиться 1000 раз. Так, когда не то, что даже не умею, у меня и карты нет для него хороших. Все, созрел, да? О, видишь, как делает? А если я так... Ать, вот смотри, куда угодно, только не туда, куда надо. Вот тебе и весь расклад. Пускай он там прокачивается, я не знаю, что хочет, то и делает. Мы с тобой сделаем вот так вот. Напрягся и вытащил мне карту. Ну, будешь прикрывать свой подсолнух-то? Ух ты, ух ты. Вот это не есть хорошо, ребята. Это вообще нехорошо. Ну давай, давай, прокачивайся, фиг с тобой. Давай я так вот сделаю. Так, это у нас получается, все растения на земле получают минус один, минус один. Минус один, минус один, да? Поехали. О, пятерочка. Так, два-два. Давай так сделаем. Наносит 3 единицы урона. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так-то, ну как же так? Он думает, да? Наносит. Добавляет себе дополнительную энергию. А мы... Давай, бомби ему. Все. Трубочист. Давай так вот сделаю я. Просто интересно знать, кого он там поставит. Кого-то сюда, в первый ряд, наверное, да? Влепит. Блин, вот эти вот дополнительные атаки. Как-то ни к селу, ни к городу. Куда он врежет? Сюда, что ли? Ну да. Так, в лицо еще зарядим. А вот кто сейчас у нас здесь выпадет, это большой и огромный вопрос для меня. Оу, воу. А вот это вот уже хорошо, друзья. Это очень хорошо, ты прикинь?
Как нам фартануло, ребят. Все. Ребят, я в первый раз вижу такой фарт. Честно тебе скажу, мы вызвали вот этого, этот вызывает этого, этот вызывает... И пошло-поехало. Давай. Вот тебе и хи-хи-хи. Вот тебе и хи-хи-хи. Я бы тоже тут, честно говоря, опупел бы просто-напросто от такого увиденного. Сразу перехотел сыграть. Нет, вызывает клубничку. Угу. И... Тут достаточно будет, знаешь, что сделать? Угу. Так, погнали. Пум-бурум-пум-пум-пум-пум. А зачем я сюда послал, когда она была сюда бомбить? Ладно, не имеет значения. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Эх, жалко, зомби-танцор погиб. Только усы отлетели. Да, такого фарта давно не было. Серьезно тебе говорю. Чтобы вызвать этого, и тот начал тут везде раскидывать. Так, я надеюсь, это тот самый зомби, про которого нам говорили. Да, ребята, безумный зомби-герой. Все задания мы с тобой сегодня выполнили. 10-й ранг получили. Давай поиграем. Так, у нас, кстати, здесь немножко осталось, чтобы набить еще следующий ранг. Так, бабах пока пускай отдохнет. Давай попробуем с тобой сыграть за травяной кулак. Изменить? Я хочу просто глянуть, что у нас тут есть. Что это за колода у травяного кулака? Вообще непонятная. Какой-то... А что это такое? Орехи, орехи. Прокачка через... А, все, я теперь понял. Тут орех, вот это вот, наверное, нам не надо. Но тут вообще не в тему. Лучше взять вот это вот. Это тоже. Вот, вот этого, наверное, уберем. Потому что зачем нам две штуки, да? И лучше взять, я так понимаю, огурца. Вот этого вот. Добавить. Ну, как по мне. А вот это что? Зачем? Хорошо, ладно, попробуем сыграть. Не буду больше ничего менять. Выбрать, играть. Фан есть фан. Так, против меня 12-й ранг поставили. Так, это бесячество. Собственно, персоны. Вот этот ландшафт нам, наверное, не нужен был. Поехали. Бесячество — это... бесявая фигня, на самом-то деле. Ну что, начнем с этого ореха, наверное, да? Опачки. Ну давай я вот так сделаю. Угу. Допустим. Тупо обменялись, да? Увеличение жизни. Так, бесячество, бесячество. Ничего не стал делать почему-то. Но если я сделаю вот так. Ладно, как скажешь. Кого этого убивать будешь, да? Это твое дело. Смотрим. Давай я так вот сделаю. Ох ты. Ох ты. Перемещает зомби. Да, ради бога. Жалко, что у него, конечно, защита это сработала. Че, амфибию выставляешь? Выставляй, выставляй. А вон они, твои амфибии. Угу. Что дальше делаем? Смотрим.
Молодец. А я, пожалуй-ка, сделаю, наверное, вот так. И вот так. Так, у него есть... как это называется? О, зомби получает плюс 2. Да, делай ты. В следующем ходу тебе кронтарики. Угу. Ох ты, вызвал. Так, ну что, друзья мои, делаем вот так вот. Это понятное дело. Так, теперь, значит, вот так вот сделаем. Погнали. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Хоба. А на-кася, выкуси. Ну, теперь мы можем с тобой, если что, вызвать стража. Угу. Давай я вот так вот сделаю. Кто там у тебя? Понял. Отравлятель. Прячь это на гробе. Твое дело. Хм, орех. Ну что, друзья мои, делаем вот так вот. Все четенько. Так, а здесь поставим, наверное, вот таким вот образом. Угу, плюс орешек. И орешек тогда сюда поставим. Поехали, будем смотреть. Угу. Ну и что по итогу? Рикошет делает. Ради бога. Так, этого в минус. Ну, пропустим тут атаку. Давай. Давай бомбанем. Блин, как вот не вовремя-то вот это вот. А что у него там за заклинание? Я вот не помню, если честно. То ли усиление зомби. Он ничего не стал делать. Хм. Ну, погнали. Сделаю так. Ну и, наверное, вот так еще сделаем. Да как бы пока и все. Наносит 4 единицы урона растению. Кровожадность. Я же говорил, друзья мои, что будет у него. У него есть кровожадность. Ну и ладно. Лишился он этой кровожадности. Так, еще давай. Итого у него 3 хп остается. Да, давай, 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 давай. Выставляй тут своих танцоров. Что хочешь, тут делай. Нам абсолютно по барабану. Давай-ка я, наверное, сделаю еще вот так вот. И вот так. Ой, ой. Напугал меня прям. Заморозил, да? На тебе. Неуязвимость, естественно, дело. На, сейчас еще разочек. Защита, да? Нету никакой защиты у тебя, парень. Все, пробили. Но Бонг, что это, и красавчик. Ну, а мы с тобой получаем 11 ранг. И уже даются у нас 20 гемов. Ну что, дорогие друзья,
на сегодня, пожалуй, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!